In my opinion, it's one of the best movies I've ever seen. One of the best movies I've ever seen. One of the best movies I've ever seen. Ну вот опять полтора часа простоять. И чтобы успеть на работу, проталкиваюсь в автобус, переполненный торчащими частями тела из окон. И вот он самый суровый мужик на планете. В одной руке руль, в другой руке сигарета. И кофе из дачи, и пятая передача. Ногами нажимая на педали в придачу. Ну прям второй Юлий Цезарь, и никак не иначе. Круче Чак Норриса, водитель автобуса. Не торопясь разводит людей по разным частям мегаполиса. В общем, самый замечательный во всех отношениях человек. Кстати, водитель, поставь этот трек. Все-все-все в автобусе, катимся по правой полосе. Все-все-все в автобусе, как кильки в томатном соусе. Все-все-все в автобусе, обязаны быть в тонусе. Все-все-все в автобусе, каждый день как белки в колесе. Но вместо моей песни, конечно же, ставят шансон. Казалось бы, хуже некуда, все и так, как испорченный сон. Но на весь автобус скрипит громко тормоз. Громко по барабанным перепонкам. Ямы, ухабы, светофоры и пробки. Снова новые люди заходят на остановки. Мужик с огромным зонтом и паренек с рюкзаком каким-то чудом влезают в автобус и так набитый битком. По пенсионному дама стремится внутрь упрям пронести с собой сумки на 42 килограмма. Студенты типа конспект изучают и будто бы не замечают старушку, стоящую рядом, повешу у них над плечами. Все-все-все в автобусе, катимся по правой полосе. Все-все-все в автобусе, как кильки в томатном соусе. Все-все-все в автобусе, обязаны быть в тонусе. Все-все-все в автобусе, каждый день как белки в колесе. What's your opinion? Is the film worth seeing? I think so. I think so. At least I wasn't bored. At least I wasn't bored. And what's your right though? What's your opinion? What's your opinion?